Да я не хочу! Почему я должна ехать в этот дурацкий лагерь? Папа отдал 15 тысяч за эту путевку. Да мне плевать! И он не мой отец! Хватит его так называть! Ты обещала, что перестанешь! Хорошо, извини. Но ты же видишь, как дядя Дима старается, чтобы мы стали одной большой и счастливой семьей. Да, отлично старается. Только почему-то вы едете отдыхать в Европу, а я должна целое лето провести в каком-то паршивом лагере. Во-первых, не выражайся. Я твоя мама, а не какая-нибудь подружка. Во-вторых, ты едешь не на все лето, а только на пару недель. Да почему я не могу поехать с вами? Я не буду мешать, обещаю. Я тебе уже говорила, это наш медовый месяц, и у меня не будет возможности постоянно следить за тобой. Да за мной не надо следить, я уже не маленькая. Вот когда тебе исполнится 18, тогда и поговорим. А сейчас будь добра, проверь все вещи, которые собрала.